Всем привет, народ, с вами Свивикс. Сегодня я буду говорить таким голосом и покажу вам, как можно халявно зарабатывать в интернете. Мы будем зарабатывать на вводе капчи. Смысл в том, что есть спамеры, которые не хотят вводить капчу, и всякие айтишники-задроты. Вот для них мы и будем вводить капчу. Это легко. Нам нужны два сайта, которые вы видите под видео и на своем мониторе. Регистрируемся там. Изначально, пока ваш стаж мал как дилда азиата, вы будете зарабатывать по копейке за капчу, затем появятся такие, что будут давать вам аж 30 копеек. Как ни странно это, мать его, выгоднее остальной прочей хуйни в интернете. А второй сайт то же самое, но на английском, и платят там копейка долларами, кстати, там больше денег дают. Минималка для вывода составляет 15 рублей. На пиндоском сайте за 1000 введенных картинок платят 0,5 доллара. Вывод от 1 доллара. Как ни странно, но именно на этой залупе проще всего зарабатывать на игры в Стиме и Донат Варфейсе. А теперь старина Свивикс расскажет секреты заработка. Начну с того, что ночью по московскому времени работать выгоднее, так как все школьники спят и конкурентов нет. Чем меньше людей на сайте, тем больше денег. Не ленитесь сидеть и писать слово полчаса, за это время вы сделаете себе 40 рублей. Когда ваша репутация работника будет 1000, то вы сможете вводить чисто капчу на русском языке, что гораздо удобнее. На этом все. Если вам было весело, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Желаю вам найти нормальную работу.